В эти дни в Санкт-Петербурге проходит Кубок России по тяжелой атлетике среди мужчин и женщин. Состязания сильнейших тяжелоатлетов страны собрали более 300 спортсменов из более 50 регионов России. На верхнюю ступень пьедестала почета поднялась мастер спорта России Наталья Шайманова, выступившая параллельным зачетом за Чувашию и Санкт-Петербург. Серебро завоевала еще одна чувашская спортсменка, мастер спорта России международного класса Александра Козлова.